Информационное агентство «Курган.ру» представляет впервые в Кургане международный проект «Топ-модель по-детски». Официальный партнер проекта – магазин «Маленького счастья». «Красивые девочки живут в Кургане» – эта фраза может показаться голословной и самонадеянной, но кастинг реалити-шоу «Топ-модель по-детски» наглядно подтверждает истинность данного суждения. Я люблю читать книжки и гулять с друзьями. Во что играете с друзьями? В прятки. Кто обычно выигрывает? Я. Молодец. Любишь манную кашу? Да. Молодец. А какао с пенкой? Да. Да. А пельмешки? Пельмешки? Ешь пельмешки? Не всегда. А сама готовишь? Нет? Маме помогаешь готовить? Да. Что готовите вместе с мамой? Суп, котлеты. А нас накормите? Да. Спасибо. Здорово, можно собираться в гости. Расскажите о себе немножко. Учитесь, работаете? Учусь в школе 49-й, в 5-м Б-классе. Любимый предмет? Математика. У вас много поклонников? Не знаю. Одноклассники? Они пишут записки тебе, что ты красивая? Иногда пишут. Иногда пишут. Все-таки есть. Все-таки есть поклонники. Пусть они пишут, правильно. Писать должны мужчины. Ну а в записках что пишут? Помните хоть одну любовную записку с высоким смыслом? Говоришь, ты красивая, ты мне нравишься. Что? Ну вот, мне написали, ты мне нравишься, и все. А подпись-то была? Нет. Ну и вот как догадаться? Давайте передадим ему привет. Вот, давайте. Молодой человек, который... Мальчик Икс. Мальчик Икс. Мальчик Икс. Привет. Расшифровывайся, да? Здравствуйте, меня зовут Мерлякова Анжелика. Но у многих меня зовут просто Лика. Я учусь в 38-й школе, 4-м Б-классе. Учусь на 4 и 5. Я люблю своих одноклассников и своих близких, и свою кошку Алиску. Я добрый и интересный человек. Я уже как 4 года занимаюсь ансамблем классического танца «Мечта». С 2014 года в апреле состоялась моя первая серьезная премьера – балет «Спящая красавица». Творцы творчества юности и детства. На Курган.ру я увидела конкурс «Топ-модель по-детски» и решила попробовать себя и свои возможности. Даже если я не пройду кастинг, но я буду рада, что я не побоялась сделать этот шаг. Молодец. А страшно молодец. Было? Почему страшно? Ну, потому что серьезные конкурентки были, которые уже много где участвовали. На кого хочешь быть похожей? Ну, я не хочу быть на кого-то похожей, хочу сама по себе быть. Да ты умница какая, молодец. Летом ансамбль «Мечта» танцевала «Спящая красавица» филармония на Большой сцене. Супер! Много лет уже занимаетесь? 5-й год. Какое у вас самое такое достижение в жизни, которым вы гордитесь? Я занимаюсь музыкой и балетом. То есть это самое такое, да? Диана, вы просто принимали участие в каких-нибудь именно вот с коллективом? Мы поедем в Испанию. Сразу за Дубы поедете, да? Там на конкурс или просто? Да. Танцевать. Знаю ваш коллектив, слежу за творчеством, очень хороший коллектив. И поклон вам, потому что знаю, что это больших трудов стоит. Очень больших трудов стоит. Вот она, полянка моя. Боже, вот что ждали. Вот что мы ждали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алена, я фея цветов. Вот так, очень приятно. Я пришла рассказать вам о цветах и поделиться радостью. Давай, поделитесь.
белая роза, символ нежности и чистоты. Это тюльпан, тюльпан, который подарят, он приносит счастье и хорошее настроение. Это подснежник, первый цветок весны. Это ромашка, символизирует символ семьи. И на ней гадают. Спасибо, Боже, это нам. Это же нам, что ли? Спасибо большое. Там, обратите внимание, еще конфеты есть. Я поделилась с вами радостью. Теперь хочу поделиться радостью с тем, у кого сегодня день рождения. Я учусь в 26-й школе, 4 класс. Занимаюсь спортивно-бальными танцами и учу английский язык в школе иностранных языков ОКЕЙ. В свободное время я люблю вязать, помогать маме. Люблю стряпать пельмени. Я хочу танцевать для вас. Why did you let it go? Because it bit my finger. So, what finger did it bite? A little finger on the right. Супер. Я учусь в 19-й гимназии во втором классе. Я являюсь ведущей моделью образцового коллектива детского театра моды «Альтернатива». Хорошо звучит ведущая модель. Да. Я участвовала в различных фестивалях, показах и конкурсах, таких как «Мини-мисс» и «Мистер Россия», «Мини-мисс» и «Мистер Синемания». Во сколько лет ты победила там? В 4 года. А сейчас сколько? 8. Детский сад ходишь? Да. Чем там занимаетесь, детский сад? Мы занимаемся. Мы... Читать, писать учитесь? Да. Кушаете, спите? Да. Играете? Все по расписанию у вас. С мальчишками ты дерешься? Нет. А что так? А они с тобой дерутся? Нет. И не обижают? Нет. И за косички не дергают? Ой, какие порядочные мальчики у нас победители, оказывается. Ну, расскажите нам, что вы любите. Я люблю танцевать. Правда? А что любишь танцевать? Русские народные танцы? Вот, не угадали. Такого у нас еще сегодня не было. Вы нас удивите. Танцуете нам восточный танец? Давайте. У тебя что-то приготовлено? Да. Рассказывай. Хваление. Давай. Хваление про маму. Отлично. Мама спит, она устала. Ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате сидят. А по маминой подушке лёд крадётся золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Я бы песенку пропела, я могла бы похотать. Да мало чего я хочу, но мама спит, и я молчу. Я учусь в гимназии номер 27 в 5 А классе.
4 классе закончила она отлично. Но моя жизнь – это не только учеба. У меня есть масса увлечений, которые меня вдохновляют. С 4 лет я занимаюсь в музыкальной школе по классу фортепиано. Была дипломантом и лауреатом городских и региональных конкурсов. Недавно я стала лауреатом 2-й степени в международном конкурсе в Сербии. С 4 лет я занимаюсь спортивно-бальными танцами, не имея 3-й юношеский разряд. В свободное время я люблю кататься на коньках, лыжах, люблю рисовать. Жалко, что на это остается мало времени. Как и все девочки, я люблю красиво и модно одеваться, поэтому решила попробовать свои силы в этом конкурсе. Ну, хочешь победить в конкурсе? Да. Готова ко всем испытаниям? Да. Молодец. А потом надо будет ехать в Москву. И там тоже сражаться надо будет. Там причем существует такая тонкость. Во время съемок, съемки идут неделю, к вам не пускают ни родители, ни руководители, вообще никого. То есть вы находитесь одни, вот среди таких же девчонок-конкурсантов, с которыми вместе сражаешься за этот титул топ-модель по-детски. Затем, если все-таки удастся победить, то подписываешь контракт и работаешь как модель. Готова все это совмещать? Я учусь в лицее номер 12, в 5 классе. Мне нравятся предметы в школе. Английский, информатика и физкультура. Кстати, девушка у нас была в Англии. Да вы что? Да. Как именно, с английским? Именно вот по... Как, скажи, как это правильно называется? Либо языковая практика. Программа какая-то была? Обмен? Да. Где вы учились в Англии? Мы учились там как бы в загородной школе. В загородной школе. В Лондоне? Да. В Лондоне? Расскажите что-нибудь о себе по-английски. Я ко всем пристаю, правда. Hello, my name is Karina. My surname is Krivoshchekova. I'm a student. My favorite subject is English, information technology and physical education. Thank you very much. Меня зовут Агата, мне 5 лет. Я хожу в садик, в старшую группу. Я люблю читать и рисовать. Мы с мамой заняли 1-е место в городском конкурсе. Мы нарисовали город света. И еще я участвовала в конкурсе передачи «Спокойной ночи, малыши». А теперь жду диплом. Еще я участвую в познавательных конкурсах. В конкурсе «Семейные каникулы» я стала лауреатом. Какая молодец. Супер девочка. Какая ты молодец. И еще я занимаюсь черлидингом в команде «Карамель». И мы выступаем на концертах. Еще я умею играть на баяне двумя руками. Моя самая любимая песня. Ну, в общем, любимая песня есть. Картошка. Картошка? Картошка. Ты будешь играть на баяне сейчас? Да. Офигеть, вообще. Девочек, которые продолжат бороться за главный приз, организаторы пока держат в большом секрете. Узнать, прошла ли ваша дочь, сестра, подружка, внучка на следующий уровень соревнования, можно, следя за нашими новостями в эфире канала Курган.ру и на сайте в разделе конкурса «Ближайшие дни».